хотел бы запустить конкурс на боевой пропуск. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал и в комментариях к данному видосику просто указать свой никнейм. Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было видеороликов вообще связанных с набитием звезд, с нашими там челленджами, праймами, шмаймами, ничего у нас не выходило. Не записывал я ни одного ролика, как я набивал данные звезды, но... я вам могу прямо-таки сейчас сказать, я наконец-таки набил данный Викинга Гром Прайм, и хоть в гараже он выглядит не так сочно, аппетитно, не так нагибаторски, но в бою это просто лютейший скин, вообще, как по мне, очень эпично выглядит. И прямо сейчас, ребят, не забывайте прожимать палец вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать вообще новые ролики. Я постараюсь в ближайшее время пилить как можно больше всяких интересных видеороликов, потому что у нас... последнее время выходит очень мало видосов, но я постараюсь исправить данную именно таки ситуацию, если вы будете, конечно же, меня в этом поддерживать. Ну и перед началом вообще нашей каточки, сегодня у нас будет такого игрового плана видос на данном сочном, аппетитном, нагибаторском Викинга Громе Прайме. И по такому поводу я бы хотел бы запустить конкурс на боевой пропуск. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал и в комментариях к данному видосику просто указать свой никнейм. И как только на данном видеоролике наберется 300 лайков, мы сделаем итоги данного боевого пропуска на нашем ближайшем стримчанском. Ну а мы давайте уже переходить к нашей битвочке. Я не знаю, что мне здесь тут по режимам надо сегодня выполнить. Давайте просто пикнем быстрый бой и постараемся эпически затащить данную какую-нибудь каточку. Давно у нас не было вообще такого плана видеороликов, и я надеюсь, что получится довольно-таки интересный боечек. Тишина ЦТФ-очка, запикиваемся, довольно-таки удачное, наверное, вооружение для данного формата и для данной карты, поэтому давайте выдвигаться в атаку, дабы попытаться увести флаг противника. Имеется 4 резиста от грома, но в принципе это не такая большая проблема. В дефе уже у нас находится 4 танка. Находится у нас в дефе. Давайте начинать накидывать урон по противнику. В принципе, одного мы уже здесь забираем, второго забираем. Наш, в принципе, благополучно, я думаю, что должен здесь уходить. 0 хп у него, правда, остается. Хорнет рельсы заходит по флангу. Давайте чуть-чуть подстрахуем нашего тиммейта. Блэд рикошет, конечно, по мне накидывает. И я здесь не успеваю подсаппортить своему тиммейту. Чуть-чуть здесь у меня не получилось ничего сделать. Наш союзник уже спрыгивает флагом. Давайте быстренько здесь прожмем ДАшечку, попытаемся встретить. Да, удачно. Удачно, надо двигаться, ребята. Надо двигаться, не надо меня блокировать. Спасибо огромное, спасибо. Дуже добро, хлопцы. Первый флажочек уже ставим. Очень неплохо начинается данная каточка. Я уже вижу, что в чатике у нас пишет наш подписчик Куванька, когда стрим. Ничего удивительного, в принципе, в этом моменте нету, но у нас... довольно-таки плотный боечек имеется. Давайте прожмем здесь овердрайв, дабы раскидать всех противников, потому что у нас имеется супер викинг, который может это спокойнейшим образом сделать. 7 противников мы здесь спокойнейшим образом уничтожаем, но наши тиммейты, конечно же, мне как всегда мешают. Почему-то противники у нас выходят, 5 игроков у нас остается. Не знаю, зайдут ли сейчас у нас какие-нибудь нагибаторы, которые попробуют здесь что-то сделать с нашей командой. Не знаю, насколько вообще сильно днем у нас закидывает в матчмейкинг. Но давайте попытаемся увести здесь флаг. В принципе, у нас респуется один танк. Я включаю ДДшку с бустером. Спокойнейшим образом уносим здесь 2 танка. И давайте быстренько, аккуратненько здесь спрыгнем. Нас в минус, конечно же, не кидают. Это очень-таки хорошо. Аптечка у меня имеется здесь. Мы минку, конечно же, на проходике поставим. В самом лучшем месте вообще, в принципе, для нашей базы. Что-то я, как всегда, опять много всяких плохих слов употребляю. Типа там, в принципе, опять будут ребята писать, возмущаться, что ты тут за слова употребляешь. Но извините, господа мои хорошие, бывает, мой словарный запас заканчивается на паре таких вот слов-паразитов. Но я вообще, в принципе, пытаюсь в последнее время говорить как можно таких, как можно меньше таких слов. Но
Бывает появляются они, бывает появляются, поэтому 3-0 мы уже здесь ведем. Давайте попытаемся зайти по левому флангу, при том всем раскладе, то что у меня уже 330 опыта, я спокойнейшим образом здесь должен забирать 6 звезд. Правда, они мне особо-таки не нужны, а вот киллы в последнее время мне очень-таки даже необходимы. Давайте прожмем здесь овердрайв, хотел я просто быстренько забрать даже данного титана под куполом, потому что я знаю, что с данным овердрайвом это можно было бы сделать. Резисты от грома постоянно начинают брать. В последнее время это вообще, в принципе, в катках очень много резистов встречается от грома, и данный бой не исключение. 7 резистов от грома здесь имеется, но я думаю, что это не составит нам труда здесь как-нибудь красивенько прожать наш овердрайв, но меня здесь, правда, быстро уносит на респ. Я так понял, что гром тоже играет с бустером, и у нас имеются уже проблемы. Попытаются здесь сейчас ребята увести флаг. Давайте попробуем отыграть здесь корпусом, плюс здесь наш тиммейт поставил бомбу, довольно-таки грамотно было сыграно в его исполнении, поэтому мы заходим в атаку. У меня имеется и ДДшка, имеется и наш... овердрайв. Давайте здесь мы его быстренько прожмем, попытаемся раскидать урона по противнику, и, в принципе, у меня это удается сделать. Давайте теперь попробуем спрыгнуть аккуратненько. Ну и не составит мне здесь, я думаю, уже труда никакого поставить данный флажочек. 4-0 мы спокойнейшим образом ведем. И пока меня не совсем радует, наверное, моя команда, которая до сих пор не вносит дельного, наверное, никакого импакта. Но, в принципе, если так посмотреть и подумать, то мне это не нужно. Я один могу здесь поувозить флаги, а им нужно всего лишь поуничтожать противника, и мы спокойнейшим образом выиграем данную каточку. 500 опыта у меня имеется. Викинга, Гром, Прайм, ребят, ну это просто... Я вам честно скажу, вот честно скажу, мне очень нравится данный скин. Я ожидал намного-таки меньшего от него, и я не думал, что он настолько будет круто смотреться на почти каждой краске, да. Есть еще у нас, помимо всяких моих любимейших там ветеранов-чемпионов, имеются всякие грозочки, да, лава-лампа. На данных красках тоже очень красиво смотрится данный скин. Но тем временем я хотел уже говорить, что я собираюсь ставить последний флаг, как только мне прилетает рельса и спокойнейшим образом меня уносит на респ. Она была, конечно же, с овердрайвом, поэтому ваншот проходит. И я опять отправляюсь на респ и выдвигаюсь увозить уже следующий флажочек. 4-0 мы ведем, довольно-таки комфортный счет для победы. При всем раскладе у меня еще имеется овердрайв. Давайте попробуем здесь забрать данного викинга. Чуть-чуть неправильно, наверное, я сыграл. Надо было сначала слить грома, который стоял за стенкой, который прожал овердрайв, и он меня смог тем образом заваншотить. Ну а я зачем-то начал накидывать совсем по другому танку, тем самым ушел не совсем правильно и не совсем вовремя именно таки на респ. 1 минута у нас остается до конца данного боя. 560 опыта у меня имеется на данном викинго-громе. Я считаю, что это очень хороший результат. И сейчас у меня есть ко всему этому еще отличный шанс на увоз данного флага, но опять начинает прилетать урон. У меня остается на один выстрел хп, и я опять, к сожалению, ухожу на респ. 40 секунд у нас остается. Пытается здесь парень увести флаг, но у него здесь явно не получится. За счет бустера мы отличнейший выстрел выдаем на верх базы именно-таки противника. Хорнета Гром здесь явно сливается. 27 секунд. Последний заход. И надо сыграть довольно-таки аккуратно и грамотно. Давайте попытаемся здесь с подъема раздамажить страйкера. Да, здесь он уходит на респ. Это очень хорошо, что у нас это получается сделать. Там уже Тёмик начинает мне долбить личку тимспика. Очень вовремя, очень достойно. 7 секунд у нас остается до конца данной каточки. И я могу констатировать, что мы спокойнейшим образом выиграли данный бой. При всем этом раскладе я забрал 3000 кристаллов супер эпичнейшим образом. Офигеннейшее просто вооружение Викинга Гром Прайм. Я обожаю его, и я думаю, что в ближайшее время я буду намного-таки больше времени играть именно-таки на нем. Возможно, записывать еще больше всяких интересных с ним боев, может, даже какие-то рубрики определенные появятся, потому что данный скинчик Prime мне реально нравится. Давайте запикиваемся в еще одну каточку, потому что у нас, ну, одной катки будет маловато посмотреть на данный Викинга Гром Prime, поэтому я считаю, что надо сыграть еще один бой. Это штурм за деф, к слову, здесь придется
отыгрывать более аккуратно, можно так сказать. Наша синяя сторона — это сторона как ТДМ-очка, поэтому надо более-более аккуратно как-то раздамаживать здесь противника и пытаться больше сейвиться. Сейчас мы здесь довольно спокойненько должны разбираться с противником. Я не знаю, вот только одного, овердрайв падал или нет. Если не падал овердрайв, то было бы неплохо мне бы, конечно, бы забрать данный овердрайв, который, к слову, падает именно-таки в этой зоне, недалеко от меня. Мамонт здесь сливается, 6-0. И что у нас может быть? Самое мое любимое, самое мое любимое, что может быть в наших любимейших танках, это, конечно же, крит-ошибочка. Обновляемся и продолжаем. Возвращаемся мы в каточку. Тем образом у нас уже... Тем временем нас уже поставили один флажочек, но, в принципе, комфортно должны пока чувствовать мы в данном бою. 2 минуты прошло, 15, вернее, даже 17 уже на 5 мы ведем по очкам, и я считаю, что нам нужно занять более правильную, наверное, позицию на данной карте. Я считаю, что нужно чуть-чуть сместиться на мост и попытаться вот именно-таки с такой позиции понаносить урон по противнику, потому что, получается, у нас здесь сейчас на карте имеется 3 точки под... можно так сказать, подбора нашего флага. И поэтому я думаю, что было бы неплохо сместиться вот сюда вот на фабрику и попробовать отсюда понаносить урон по противнику. Здесь будет явно не совсем комфортно противнику принимать мой урон. Поэтому я считаю, что если у нас здесь получится задержаться, то это будет довольно-таки достойно. Рельсе мы здесь аккуратнейшим образом дважды сбиваем. Это очень красиво было. К слову, у меня... спадает уже вся моя нарка, остается 0 хп у данной рельсы, я ее забираю. Это рельса получает у нас 500 урона, здесь мы ее тоже, к слову, забираем. Снизу у нас имеется викинга шафтик, которого, о, вернее, васпа шафтик, который у нас будет пытаться здесь доставлять. Ну, а я попытаюсь сейчас каким-нибудь образом заехать в тыл к противнику, дождаться своей расходочки и уже оттуда понаносить как можно больше урона. Главное, чтобы меня здесь рельса не забрала, но она меня забирает. Я не смог ее избить, хотя это было как-то очень странно. Мне так показалось, что я должен был сбивать ей прицел. Но ладно, ездит у нас мамонта Твинтик, пытается здесь ставить. Да, прожимает он овердрайв, это явно будет доставка данного флага. Я здесь точно ничего не могу сделать, потому что мамонт с овердрайвом — это просто таран, который уничтожает все на своем пути. И следом еще у нас ставит еще один флажочек. Не успел я здесь викинга добрать. Но давайте попытаемся раздамажить уже мост. От грома у нас имеется довольно-таки большое количество резистов. Не совсем, наверное, я много вношу импакта в нашу команду. И вообще, в принципе, если посмотреть по опыту, то у меня всего лишь имеется 85 опыта. Ко всему этому остается у нас 3 минуты до конца данного боя. Но я попытаюсь хотя бы не уйти здесь на респ, но это было очень тяжело против викинга, который у нас с рикошетом имел овердрайв. Очень большое количество урона наносит данный овердрайв, и, конечно же, здесь устоять было очень-таки тяжело, но даже на 0 хп я там все равно не принес никакой пользы команде. Но зато у меня есть сейчас овердрайв. Имеется овердрайв, а это значит, что нам нужно выдвигаться на риск противнику, попытаться увидеть как можно больше танков и уже тогда начинать наносить большое количество урона. Но здесь опять молот включает уже овердрайв, опять меня уносят на респ, и похоже, противник собирается ставить еще один мяч, вернее флаг, но... здесь есть два неплохих выстрела от меня, забираем мы его, но все равно он поставил. Здесь еще один тиммейт его не смог уже ничего сделать. Ну а мы отправляемся, наверное, вот сейчас вот в данную зону и попробуем здесь прожать уже овердрайв, раздамажить здесь как можно больше противника. Вижу я парочку танков, а это значит, что, в принципе, если я 2 килла бы здесь забрал, было бы неплохо. Но второго я даже не успел забрать. Довольно-таки неудобная карта, наверное, для использования овердрайва на викинге. Ко всему тому, что я еще играю за деф, и не совсем получается найти зону, где большое количество противников. Хотя, если бы я, наверное, бы поехал бы вот сюда куда-нибудь, то здесь я бы смог бы нанести намного-таки больше урона по противнику, но... не в этом суть, ничуть не получилось, ничего страшного. 1 минута у нас остается до конца данного боя. Я считаю, что нам нужно сейчас каким-нибудь магическим образом понаносить как можно больше урона по противнику. Потому что иначе я здесь не смогу показать должного результата на моем викинго-громе прайме. И поэтому это будет не совсем эпический и нагибаторский
бой, наверное, и исход вообще данного боя с моей стороны. Поэтому давайте за 50 секунд попытаемся нанести как можно больше урона по противнику. Ко всему этому у нас где-то там в кустах, да, стоял тим... вернее, Хори Рельса там стояла. Я ее благополучно уничтожил. 50% овердрайва у меня имеется. И скаут, очень много урона наносит этот скаут. Еще и даже, знаете, ребят, не то, что он как наносит урон, он больше надоедает тем, то, что рельсы вылетают чересчур часто. Постоянно сбивается вам корпус. Не совсем удобно. Ну, даже в какой-то степени просто бесит. Вот просто бесит. Вот если у вас тоже имеются такие вот какие-то неприятные моменты, когда вы играете, вот можете тоже отписать. Вот что вам больше всего не нравится? Что вам не нравится, когда вы играете, например, в матчмейкинге, да? Может быть, у вас имеются какие-то свои... неприязни, наверное, к каким-то определенным пушкам, которые вас нагибают. Вот для меня, наверное, рельса на скауте — это вот прям та пушка, которая постоянно-постоянно бесит. Ну, а у вас может быть что-нибудь именно таки другое. Вот такой вот ролик у нас сегодня, ребят, получился. Не знаю, понравился он вам или нет, но... поддержите его, ребята, лайком, подписочка на канал, участвуйте в конкурсе на боевой, конечно же, пропуск. Но у меня на этом все. Всем спасибо, ребят, за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.